Лосиха необычного рыжего окраса была замечена во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом в своем блоге «Каждой твари по паре» рассказал биолог Павел Глазков. Рыжая лосиха паслась вместе со своим лосенком. Скорее всего, через 2-3 месяца детеныш покинет свою мать. Во второй половине весны у лосих начнутся роды, и они прогонят от себя уже подросших лосят. По округлившемуся животу самки видно, что она беременна. И сейчас главное для нее хорошо питаться. Эксперт отметил, что наиболее типичной окраской лося является темно- или черно-бурая. Животных с желтым оттенком шерсти можно встретить в Иркутской и Тамбовской областях. Однако в районе Петербурга подобные особи – большая редкость.